55-я серия «Напряженные дни». В то время как Сулейман борется за жизнь в своих покоях, Махидевран уже планирует стать валиде и взять управление в свои руки. Переживая за судьбу внуков, валиде просит Хатидже укрыть в своих покоях детей Валихюре. Между тем корабль Сайбеге и Балибей на борту взял курс обратно на столицу. Хюрем не отходит от постели повелителя. По столице ходят слухи о болезни султана. 56-я серия. Первый приказ. Махидевран снова обвиняют в своих несчастьях Хюрем. Делом Балибея приказано заняться Мустафе. Когда во дворец доставлен Салим Эфенди, Сулейман, к сожалению, отмечает, что вражеская змея снова ускользнула. Между тем Хатидже намерена узнать, где и с кем пропадает ее муж. О положении Эфсун узнает Махидевран, а Гюльшах планирует раз и навсегда избавиться от Дайе. 57-я серия. Правила гарема нужно соблюдать. Умирая, Эфсун открывает Мустафе план Хюрем. Переговорив с сыном, Сулейман предлагает супруге доказать делом свою невинность. Тем временем Валиде вмешивается в личные проблемы дочери. Нигер Калфа узнает сразу две шокирующие новости. Мустафа, видя бесполезность одних методов борьбы с Хюрем, приступает к другим, более надежным. А Валиде узнает о двойной жизни своего зятя.